Я вообще в политику не лезу. А вообще турецкие вещи не покупаю. Я местные покупаю вещи. Ну, мы же отдельные государства независимые. У нас свои взаимоотношения с Турцией, двухсторонние. Мы же многовекторная страна. Нужно свое производство налаживать, понимаете? А не то, что всю жизнь надеяться на Турцию, которая нас и кормит, и поет, извините, и обувает, и одевает. Конечно, за Россию в первую очередь. Я сам вообще с России, родился в России. Ну, не знаю, мне это не решать. Что скажут, там, так и будем делать. Я думаю, что нет. Мне кажется, все-таки у нас много импорта с Турции. Я думаю, что не обязательно ограничивать нас в этом. Я считаю, что и Россия не должна. Потому что глупо. Все равно же сами говорят, что санкции – это ерунда, когда против них. И сами же теряют много. Вот мое такое мнение. А Казахстан тем более. Должны отказаться. Потому что я россиянка. Я живу в Казахстане, но я родилась, долгое время жила в России. И я болею, в первую очередь, за Россию. Ну, я думаю, что у России тоже есть свой качественный товар. И надо их поддерживать, Россию. Это для нас же хорошо будет в дальнейшем, правильно? Я так думаю. Мне лично неприятно. Не знаю, как другим. Пускай лучше будет все, как всегда. Да найдут они общий язык, все будет нормально. Я за мир во всем мире. Никаких ограничений, чтоб не было. Для чего?